8 марта, 6:27, 2023 год. Вот. Еще раз решила поснимать Луну. Она уже спускается ближе к горизонту. Вот я вам говорила про розовые лучи, когда они достают уже вершин гор, мы это видим. И вот это желто-розово-голубая полоса у горизонта, атмосферная полоса. Таким стало наше небо в последнее время. Но из-за запыленности, загазованности, в общем, от всякой пыли, этого незаметно бывает, потому что постоянно облачно. Вот. Вот сейчас мы видим, вот здесь у нас уже розоватость уменьшилась, которая была от солнца. Ну, еще наблюдается. Вот. Вот как-то так странно. Облака наступают в сторону Луны, так скажем. Вот. Наступают. Здесь у нас вот такие облачка. Светимость уже Луны не такая яркая. Вот видим горы. Тоже они стали розовыми. Видите? То есть по мере попадания первых лучей солнца с противоположной стороны, то есть это западная сторона, а горы становятся на некоторое время розовыми. Вот. Холодно, руки мерзнут. Ну вот чуть-чуть поснимаю. Ну, вот эти тучи, так интересно они выглядят. Вот все закрыто здесь уже. Ну как бы еще не совсем плотное, чуть-чуть просвечивает небо. Но они как бы пытаются сконцентрироваться возле Луны. В общем, вот сейчас я еще раз сделаю зум. Видео, может, не понятно, но Луна большая по сравнению с тем, что бывает. Большая она. Глазами я вижу рисунок, но это тоже бывает очень редко, чтобы я глазами увидела рисунок. Сейчас я его четко прям вижу, но, к сожалению, на видео не видно. Да. Волшебный у нас сегодня рассвет, утро.